Открывается страница, что нас ждет на этот раз? В гости сказка постучится. Или, может быть, рассказ? Зазвучит и заиграет, затаится, засверкает, загрустит и улыбнется. А затем, затем, затем добрым словом отзовется всем, всем, всем. Здравствуйте, дорогие друзья! Думаю, многие из вас со мной согласятся, что весной в деревне очень хорошо. Впрочем, зимой там не менее прекрасно, правда, по-своему, по-зимнему. Да и летом, и осенью. Одним словом, в деревне всегда хорошо. Уверен, что барон со своим приятелем в этом тоже убедятся. Ах, простите, дорогие друзья, я, кажется, опережаю события. Это все потому, что мне очень хочется познакомить вас с одной историей. С какой? Сейчас узнаете. Итак, я начинаю. В одном очень сказочном королевстве жил барон. Ох, и барон это был! Ох, и барон! Прямо не барон, а баронище! Была у него воспитательница, и еще приятель был, тоже барон. И вот однажды... Эй-хо-хо, готов я съесть 15 штук котлет! 15 штук на завтрак! И 20 на обед! Эй-хо-хо, была бы честь предложена, а там... Съем сколько ни попросите, я обещаю вам! Ой, все-таки хорошо, что мы эту, не побоюсь этого слова, воспитательницу провели. Да. Вы пока разгрузайте так не торопясь, а я пока посмотрю, что там за дивные цветочки перед домом. Нашла тоже этих грудчиков. Да. Хорошо, что мы эти пакетики, эти все кулечки дома оставили. А то как-то с ними тяжеловато. Пустые коробочки, оно, конечно, повеселее будет. Да. Главное, чтобы это не узнало. А не узнает. Свободу баронам. Свободу баронам. Кстати, а ты не знаешь, от чего мы сюда приехали вообще? Не знаю. Меня, честно говоря, волнует один вопрос, единственный. Когда мы будем обедать? У меня от долгой дороги почему-то разыгрался зверский аппетит. А ты знаешь, у меня тоже. Господа бароны! Идет. Господа бароны! О! Немедленно! Немедленно поставьте все эти коробки! Нельзя поднимать тяжести! Особенно людям не приспособленным к физическому труду, слабеньким, изнеженным! Слабеньким? Изнеженным? Ну да. Простите, а вы сейчас о ком это говорите? Так, кое о ком. И все-таки, будьте любезны, ответьте, пожалуйста, кое о ком это о ком? Да у нас силу, вот сколько, вот, смотрите, вот. Опа. И вот, ну, что скажете? Немедленно поставьте эти коробки. Не хватало, чтобы вы еще надорвались. Ни за что. Да никогда. Либо вы свои слова кое о ком берете назад, либо мы... Хорошо, хорошо, я забираю свои слова обратно. Только поставьте, пожалуйста. Вот же. Вот так-то лучше будет. Свободу баронам. Свободу баронам. Ох, господа бароны, вы заставили меня изрядно поволноваться. Надеюсь, больше этого не повторится. Не, не повторится. А скажите, можно один вопрос задать? Пожалуйста. А что мы будем делать в этой глухомане? Чтобы вообще сюда притащились. Как? Чтобы увидеть, как прекрасен мир, как прекрасна природа, цветы в саду. Птички поют чирик-чирик, чирик-чирик, чирик. Терпеть не могу деревню. Если у вас нет других вопросов... У меня есть. А у меня есть еще более важный вопрос. Когда мы будем есть? У меня уже ноги от голода подкашиваются. Да, у меня так вообще скоро будет голодный обморок. Не волнуйтесь, досточтимые бароны. У меня есть для вас маленький сюрприз. И кажется, он вот в этой коробочке. Ну что, это для сильных людей. Нет, по-моему, что-то было бы... А это вообще для очень сильных. Нет, или вот... Не утруждайте себя. А может быть, все-таки... Я подержу. Так я не понимаю, что здесь происходит? А ничего не происходит. Просто мы решили эти никчемные вещи сразу убрать... В чулан. Да, пошли, знаете, где он? Никчемные вещи? Да будет вам известно, что в этих коробочках продукты на целую неделю. Наши завтраки.
обеды и ужины на всю неделю. На всю неделю? Вот такая история, дорогие мои. Сами себя обманщики наказали. Впрочем, обманщик всегда сам себя наказывает, даже если обман не сразу раскрывается. А знаете почему? Да потому что нечистая совесть само по себе уже страшное наказание. И мы об этом с вами должны не забывать. Вот и все, друзья мои. Ангела вам всем, хранителя.